Ты таланты менял в 4? А ты на Мишку Чешку хотел? Ну, ты спроси, я не знаю. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Боже, какая Это бичка. Юля с этой льды 25-ки. Везак с хэм. Ну, блядь. Конечно, пизда тысяч. 65 сапрота с одной шмот. Башка с Везакса с хэмки. Там, короче, 65 сапрота и две дырки. Хорошо, когда... Отверстие. Бля, ладно. Блять, он не стал продолжать, ты решил продолжить. Ну, блять, дебил, блять, старый. Старый маньячило, блять. Хорошо. Старый, а зачем все туда же, лишь бы потыкать, да? Кому эти девочки надо? Старому лишь бы у льда, у него только там все нормально. Ну. На пол шишки, да? На пол. Костян, ты в танке же будешь? Да. В сумерки только. Ну а где Леха? Леха, не знаю, должен лететь или где он там. Леха, ты где? Леха, на тебе 20% силы на 10 Я секунд. Летаю. Мне нравится про вампира, где Том Круз и Бредный Питт. Там хорошо. Интервью с вампиром? Да-да-да. Да, неплохой фильм. Это еще маленькая там девочка. В Человеке-пауке с Эмми. Да-да-да. Тихо нахуй. Ну как, она маленькая. О, нихуя, уёбка, ведут уже. И там 20. Обратите что-то внимание прижигает на наше воспитание. Лёха, ебаш, я тебе силу даю. В чем сила, брат? 20% силы даю на 10 секунд. Ты чё, в наге? Я да. Нага друид. Ебать, нахуй ты друида нагу сделал? А? Понял. Да это еще со времен, когда фералы в ПВП нагами игрались. А сейчас он, сейчас друид будет хилом. It's a fucking dude. Подождите, что это, что за хуйня? Почему? Ты там Святос улетишь сейчас в этих? Ребята. Че? Он отхилился что ли, или мне кажется? Да, подхилил. Да. Режу воду 10 часов подряд. Хорошее видео вообще. А его варик вообще убить какой-то есть? Нет. Будем бить, пока хилы по мане не высохнут. Понял. Можно плюнуть под.
Сильнее. Он опять отхилился, я ебал. Все, это последний раз был. Вы еще этого какого? Халика не бьете? Нет. Я отвечаю. Великая победа Орды. Что-то много они похилились. У нас первые три места по ДПСу, по ХП босса уже убили, блядь. Сколько, блядь, он нахилил? 10 лимонов? Охуеть. Ну, он фулл вставал, считай, с 30% поднял первый раз, а второй чуть ли не 60, там, 50 или 40. Блять, ты разве так работал раньше? Чё-то я не уверен. А чё с депотом? В смысле? Полгода били. Так, стаков дохуя, ты бьешь на, там чуть ли не на 80% меньше, надо отбежать, подождать 15 секунд, не поймать. Ну, хочу ренджу, сложно было. Не получится. Стаки вешаются, да, и сразу вот стоит рядом 10 человек, и на всех сразу 10 стаков. Плюс 3 моба. Ты даже на одном набрал, подбежал, второй дал ту же хуйню. Да нет, это невозможно. Так меликами не выйдет такое. Ладно, я камень кручу, я не прохожу по IQ в этот рейд. Пока. IQ. HKD. Где это Мэтфокс, АЕК? Ну, засумонили их, не знаю, ждем. Мэтфокс. А что, мы убьем же его, давайте. Только надо, чтобы кто-то. А кто-то может с него диспелить вот эту хуйню? Да похуй. Берсуй мне еще. Да. Бля, я сомневаюсь, что у него все будет. Шаманы не могут? Никто не может, кроме Рокки и Хантана. Да я намазал уже яду, хватит сомневаться. Намажь меня тут. А спинку мне кто-то намажет, реально. Я очко вам намажу. Давай, Хантана. Давай. Когда? Раз уж ты вызвался. Ты что думаешь, Мастер? Ой, тернистый тебя путь костям ждет, ёбана.
Не, да, я по девочкам. Да, ты уже вызвался, все. Как ты там говорил? Сказал А, говори Б? Сказал мазать, говори жопу. Ну кому что? Похихи, тебе... блять! Мне жопу. Она в КД уже заюзал. Я думал, скажи, на УЕшке ничего не будет. На жопу. Диспела. На жопу заюзал, да? Дубовая жопа, блядь, звучит классно. Пойдем в мега. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Ну я говорю, давайте сумку паролем, что-то этот. Этих двух роботов разобрали, сумку Холидрин говорит, дайте мне сумку, дают Холидринку. Ты сидишь такой тоже, типа, как будто тебя нету, блядь. В чат говоришь нахуй, тебя никто не слышит. Я хочу хоть какой-то профит с рейда, понимаешь? А не потраченные 2 часа. Я туда за сумкой хожу. Ну, в принципе, так и есть, скорее всего. Жаль, что придется прикончить вас. Да не, ее паролить можно, блядь. Я просто говорю в чат, говорю, давайте... Давайте паролить. Нет, там не ты. Да, я ему, блядь, половину этих банок предлагал, он отказался, нахуй. Колбы ему сливал, да? Меня не слышит никто, меня вот это напрягает. Я сижу, говорю, всем похуй. Тебя слышат, просто игнорируют. А чё ко мне еще страж пришел сюда? Он понравился. Берегитесь. Все, фу, не надо мне это, сука, Слава. Всё, короче, не забей. Не знаю, я сидел, удовольствие от рейда получал. Да, вообще, знаешь, по кайфу было, пиздец, бегаешь, что-то. А я думал, механики он... доджишь, блядь, такой голенький, блядь. Страшно. Дома ругают просто. Поддувает. Я думал, он хотел до 213 или до какого там. Типа да, ты чё, я сначала скинул до 16 этим левела, ну тупо два топора оставил. Одноручно. А потом понял, что не, хуйня. Нахуя? Нахуя себе новый мета. Не хочу. Какая тактика. Бля, я тоже что-то ебал. Как обычно, Костя Свет. Ой, Костя Свет. Так я не хил, я в балансере, алло. Ты что, сумасшедший? У меня шмота нет. Так а чё у нас? Мы как бьем? Мы вайпаемся. Ну кто заходит? Давайте решим. Ну ты и заходи, вот ты хочешь, ты и заходи, все, вот решили. Сейчас еще и во тьму пойду нахуй. Милики во тьме. Давай. Беги, малышка, беги! О, вот! Уже! Уже! Че-то Слава молчалив рейд испортил, блять. Но пишет убрал. Ну это классика, кстати, проиграла. Небеса.
Че, танк зашел, не зашел, я не понял. Зашел. Проценты пропали. Че, Лиза сейчас ёбнет, бля. Лизер. Че, ДБМ, блядь? Заебатор. Че, пиздит, да? Он пиздит, да. Нереально у меня ДБМ, походу. У меня вообще половину сейчас не показывает. И лезвие тоже не показывает нихуя. Что там, скоро? 57. Лезвие 3 секунды. Лезвие 3 секунды. А дамажить кто святой будет? Ну, РДД как бы. Ну, выходите. Стопните во тьме. Пошли. Сейчас лезвие, по-моему, ебанет, да? Да, 3 секунды. Метеор. Стопните тьму. Че, метеор пидорас санонсил так рано, а? Я пидорас. Во, не все в говне. Багается тварь. Лезвие сейчас будет. 50%. Блять, только крылья, пожалуйста. Дайте Геру, а ты скучно, блять. МВ-дру. Лезвие. А, как себя отдал, блядь. Небеса в говне. Главное его двигай. Чуть-чуть стопни. Лезвие. Бьем. Хил. Взяла, шум, не без ко мне. Руку дал. Беги, малышка, беги! Остерегайтесь теней. О, а я думала, пока вы. Танковский. Ой, я. Ебать там мусор, блядь, две шмотки нахуй бесполезных упало сразу. Как так? Не кольцо, я выжал. Ах, тя ебать. Удобно. Нахера кольцо и ботинки нужно? Гамасик. Поехали в воню. Гамасик. Это я. А чё? Кольцо отдай. Так это, ну, не... О, Рома, Михайловское кольцо. 15 минут поможет, да. Я пока что не могу это использовать.